дорогие овощеводы и огородники! Приветствую вас на своем канале «Калейдоскоп овощевода». Я обещала сегодня рассказать вам, где я покупаю семена, в каком количестве. И сегодня буду сеять помидоры. Вот делаю распаковку, смотрите. Семена всего купила. Мы обычно кооперируемся с моими друзьями и покупаем в профупаковках семена. Вот такие, как вот здесь, смотрите, вот, фирмы Наско, есть фирмы Сингента, Саката, разные. Вот сегодня мы получили, это уже давно, получили помидоры. Катюша очень хорошая, они мне очень нравятся. Бобкат – это ранний помидор, супер ранний. И очень хорошая схожесть их, и очень хороший вкус. Они очень урожайные. Мы в прошлом году собрали с каждого куста по ведру не меньше помидор, а то и больше. Это с помидорами. Ну вот морковку купили вот такую. Вот это шантане, обработанные. Видите, семена, мы их расфасовали сами. А вот ранее морковь абуако. Тыкву купили немножко. А это вот огурцы. Огурцы мы купили кибрия, артист и мимину. Еще капусту купили. Супер ранняя капуста парел. Это очень хорошие обработанные семена. И агрессор. Агрессор поздняя. Я ее всегда сажаю, и она очень хорошая. Ну, а это кукуруза немножко, кабачков. Вот у нас участок небольшой. Посаем такие вот свои овощи. Получилось три рядочка. Они очень хорошие. Они настолько урожайные. Настолько они нас обрадовали прошлый год. Мы собрали больше, чем по ведру из куста помидор. И они очень вкусные. Ну, они дороже. Конечно, в расфасовке намного дороже, чем в профпакете. И Катюшу посеяли. Вот смотрите, теперь я взяла, вот сбрызнула этим самым. Вот это у меня перекись водорода. 1:2. Вот так вот по рядочкам беру, чтобы не заморачиваться, не замачивать семена. А вот так по рядочкам взяла, полила. И все. И теперь у нас другая операция. Нужно будет присыпать вот стружкой или кокосовой субстрат, как он называется. Вот посыпали, льем и все. Вот на таком специально слой. Вот кокосовой стружки называется, она субстрат кокосовой. Если кто может запастить, купите, потому что это очень нужный элемент по себе. И он мягкий, он легкий. Он хорошо, за него прибываются семена, пробиваются, сохраняют влагу. Вот, содержит элементы такие, которые влияют хорошо на урожайность и на сами растения. И последний этап завершающий. Берем горячую воду. Марганцовка очень хорошая, такая, ну, концентрация насыщенная. И горячая. Горячей заливаем, чтобы его хорошо. А потом, когда уже вторично поливать, тогда уже марганца не нужно. А сейчас вот так вот прилили горячей водой. Сверху прикроем или бумагой, газетой, или целлофаном чем-нибудь. Теперь вот я так немножко придавлю. Вот так, чтобы они семена немножко уплотнились. И еще чуть-чуть полью. Все. И на этом заканчиваю свой ролик. Всего хорошего. До следующих встреч. Подписывайтесь, поддерживайте меня, подписывайтесь на мой канал.